параллельности всего. Я выхожу. Пожалуйста, то же самое, что было всегда, да? Акция должна быть достаточно конструктивной, да? С пониманием мы должны прийти и огласить свою позицию. И после этого мы будем их по поведению разрабатывать дальнейшую линию, даже с радикальными необходимыми моментами, которые необходимы, да? Но огласить свою позицию мы обязаны. Никто не начинает никакие действия без оглашения своей позиции. Правильно. Пані Тетяна, вы в курсе, да, 28-го они проводят съезд все украинские? Конференцию. Конференцию. Да. Вы посмотрите, кто там будет на конференции, кого? Там будут продуманные люди, с которыми проведена будет определенная... Как в прошлый раз, выставят охрану, никого не пустят, и все. Да, или просто не пустят, я считаю, мы должны заявить. Всех пустят. Тогда будет. Я считаю, мы должны заявить. Тогда мы ничего не сможем делать. У них будет протокол, и не скажут, вот был протокол ближайший. Надо 28-го идти туда и делать объективное, прозрачное, всестороннее выборы. Не хотелось бы привлекать какие-то политические... Мы должны завтра написать заявку. Давайте, давайте, вот сидим, давайте делать заявку. Прямо сейчас давайте. Давайте сейчас. Обеспечить проход. Вот я с ребятами со своего зала могу обеспечить проход всем адвокатам. Какая бы охрана там ни была. Потому что мы закон нарушать не будем. Мы имеем право там находиться. А если они выставят охрану, охрана будет... Сережа, мы сами себе сделаем проход. Нам, ну, ну... Уже один инструктивный подход. Но я предлагаю сейчас написать заявку, что мы желаем присутствовать. Да, на данный момент речь идет о следующем. Они, почему они сейчас? Мы здесь. Да. Потому что, смотрите, нам нужна документация. Нам нужна Ребята, да. Я думаю, надо оставаться до встречи с руководством и оглашения письма. Минуточку внимания, есть объявление. Сайт адвокатов Украины, объявление. Увага, всеукраинская конференция «Захисти захисника» на сайте НААУ. Ще раз, проведення всеукраїнської конференції на тему захисту захисника, присвячена вирішенню проблем в питаннях, як ми кажемо, зараз є положення закону Великої культури, ля-ля-ля, цих прав, переноситься на 28 лютого, п'ятниця. Місце проведення, Каспітальна, 12, зал, Предслава, готель президент. Початок конференції о 14-й, реєстрація починається о 13-й. А люстрація починається на час позже. Тільки люстра на всіх не хвалять. Меня запросил Армен, привет. Слушайте сюда дальше. Ребята, туда приезжают, есть способ собрать съезд неочередно не подписями, а решением третьим от представителей региона. Они будут все в пятницу. С ними можно поработать сейчас по телефону. И инициировать съезд, и в дня гласить. Есть люди, которые на них имеют влияние. Я так понимал, что...